И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Флорентино, и сегодня мы будем играть в такую игру, как Майнкрафт. Перед началом ролика попрошу вас поставить лайк, а также подписаться на мой канал с колокольчиком, ведь это очень важно, я стараюсь над своими видео. Итак, играть мы сегодня будем в игру Майнкрафт в креативе. Я заспавнился и вот такое вот здесь уже нашел. Уже интересно становится, что у нас здесь. Ребят, посмотрите, что мы сразу нашли. Вот это повезло. Вот представьте, если бы мы не в креативе были бы, а вот просто в выживании. А что это? Что здесь было вообще? Мне даже интересно узнать. Так, ладно. Нам надо построить дом. По идее. У нас какой-то здесь золотой блок. Давайте сломаем, может быть, посмотрим, что там. Давайте вот так. Это что, лава? Нет, это не лава. Но там снизу ничего нет. Так, что у нас... Какие у нас цели вообще на это видео? Нам надо построить какой-нибудь домик. Я хочу сделать свою такую территорию. И посмотреть вообще, что из этого у нас получится. Так, давайте найдем для начала какое-нибудь место. Отдалимся отсюда подальше. Полетели куда-нибудь. Смотрите. Смотрите, как вообще у нас здесь все красиво. Просто шедеврально. Но одни леса здесь. Здесь нельзя даже найти никакую маленькую поляночку. Полетели вот так вот, на быстром прям. Я думаю, мы сейчас найдем какое-нибудь укромное место. Вот там я уже вижу какую-то полянку. И построим сейчас что-нибудь. Именно вот здесь. Вот, и как раз у нас будет здесь пруд. Ну вот эта вот пещера мне не очень нравится, поэтому давайте найдем что-нибудь еще. А здесь пустыня. Нет, пустыня нам точно не подходит. В пустыне дом я не хочу строить. Так, здесь, смотрите, у нас тоже какая-то полянка есть. Давайте построим вот где-нибудь вот здесь вот, может. Ну вот здесь, мне кажется, будет вполне нормально. Здесь опять пещера какая-то. Может, подальше есть какое-нибудь место нормальное? А подальше есть целая деревня жителей. Давайте посмотрим, что здесь. Зайдем туда. Такс. Что же у нас тут? А, это деревня зомби-жителей. Ничего себе. Нормально мы так забрели. Давайте зайдем туда. А, перепрыгнуть через это нельзя. Я понял. Так, я так понимаю, туда мы не пройдем. А что случилось с этой деревней, интересно? Здесь у нас что вообще? Что это такое? Это у нас сварочная стойка, которая здесь осталась, походу. Дальше, что у нас есть вот здесь? Зомби-жители. У нас есть зомби-жители, но я не могу отсюда выйти. Я погряз в паутине. Надо убегать быстрее отсюда. Нам здесь точно не место. И дом мы здесь, ну, строить просто не будем. Давайте полетим прям еще дальше вот туда. Я не хочу жить рядом с зомби. Мне это не очень нравится, идея. Давайте прям вот далеко улетим. Вот куда-нибудь сюда, может даже. Чтобы они до нас не добрались, если что. Вот, как по мне, вот это хорошее место. Только оно не совсем ровное. Но, в принципе, подойдет. Ну, вот здесь даже горы какие-то, вот тут вот. Хотя нет, там полянка побольше была. Вот, наверное, вот тут вот и буду строить. Прям вот здесь. Хочу построить себе прям целый замок. Не знаю даже. Надо все разровнять для начала. И давайте возьмем уже... Определимся, точнее, с материалом, из чего мы будем делать. Я бы делал, наверное, из дерева, но поскольку мы находимся сейчас в креативе, мы можем делать абсолютно из чего угодно. Правильно ведь? Правильно.
И делать мы тогда будем из... Из чего мы будем делать? Ну, наверное, вот этот блок возьмем. И какой-нибудь вот этот. Вот так вот попробуем. И сейчас вот так вот будем делать. Вот, как по мне... Как по мне, вот это будет все нормально. Раз, два, три, четыре. Четыре у нас есть. Ну и давайте еще пятый. Прям сделаем вот так вот. Давайте сделаем целую многоэтажку. Тут курицы бегают. Ну ладно, курицы, короче, у нас будут как жители в ней. Сделаем целую многоэтажку в этом видео. Надеюсь, что у нас получится. Хотя, если не получится, то ничего страшного. Но я думаю, все у нас получится, почему бы и нет. Можем попробовать сделать вообще целый город. Так, ломаем все, разравниваем. Ну, так вот, думаю, нормально будет. Вот. И теперь вот так вот. Целый дом у нас будет такой стоять. Этажей 10 можно попробовать сделать. И теперь вот тут ставим. Вот так вот. Все, закончили. Теперь нам надо сделать из чего-то полы, наверное. Из чего их можно сделать тут? Что у нас покрасивее здесь? Ну вот, вот это. Хотя нет, мне, наверное, больше симпатизирует вот такой вот. Хотя нет. Все равно тоже не то. Напишите в комментариях, из чего вы бы делали. Я, наверное, вот. Хотя, да, из ковра сделаю. О, красный. Такой коврик будет. Нормально. Сейчас мы все вот так застроим. Заставим, точнее. Я надеюсь, нам курица мешаться не будет. И вот так вот все заставляем здесь. Так, курица, тебе лучше бы уйти отсюда. Потому что ты немного мешаешь нашей стройке. Даже очень много, я бы сказал. Сейчас мы построим с вами такой дом. Ну, курице уже нравится. Вот так вот делаем. Ой, лишний поставил. Заставляем вот так вот все. И осталось совсем чуть-чуть уже доделать нам наши полы. Все, и теперь дальше ставим блоки вверх. Ой-ой-ой, это что, обсидиан? Обсидиан нам не нужен здесь. Мне кажется, или я выше сделал? А, нет, нормально. Все так же. Раз, два, три. Вот так вот. И теперь вот из этих делаем. Так, мне кажется, я что-то накосячил, потому что не то немного вышло. Возможно, нам придется ломать наши красные полы сейчас. Но сейчас разберемся. Может, мы просто поверх еще одни сделаем. Вот так вот. Делаем. Смотрите, как быстро у нас уже идет стройка. Вот так вот. Сразу по три ставим. Во. Уже классно выходит. А, нам надо еще один поставить. Да почему я обсидиан беру всегда?
Обсидиан надо бы выбросить куда-нибудь подальше. Вот так вот. Все, и теперь берем вот этот блок. И делаем вот так по одному. Все, вроде куриц к нам никаких больше не попадало. Поэтому можем все смело застраивать. Вот так вот. И теперь вот эта вот стенка. Так, а если вот теперь, что нам решать с нашими паркетом, может, я не знаю, это что у нас будет. Да, я вот так вот и сделаю просто. Поверх наложу еще один. Ну а зачем заморачиваться? Правильно ведь, правильно. Если можно просто вот так вот сделать. Только все сливается, ничего не видно, где поставил, где нет. Ну вот так вот видно получше. Раз, два, три, четыре. Вот сюда лучше отлететь. И этот ряд мы тоже закончили. Один лишний поставил. А здесь вообще не поставил. И последний. Все. Мы доделали полы в нашем доме. Теперь надо определиться, с какой стороны вход в наш дом будет. Если вот так смотреть, то, наверное, вот с этой. Давайте вот эту вот сломаем. И нам надо поставить лесенку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ага. 11 блоков у нас, дамы и господа. Тогда мы вот тут вот сделаем. Вот так вот. И здесь уже поставим дверь. Ищем дверь. А, вот они. Вот они были. Я думаю, лучше вот такую поставить. Вот. И теперь надо найти... лесенки, вот, нет, вот такие, наверное. Так, что-то не туда. Вот, чтобы вот так подниматься. А здесь уже вот так вот. Это что, типа? А если блок просто какой-то поставить? Так, понятно. Тогда мы делаем по-другому. Вот эту ломаем. Ставим сюда. И уже вот так вот. Вот так вот. И вот, вот так вот. И теперь еще одну. И ломаем все лишнее. Это у нас будет как лестничная клетка. Все, теперь вот эти вот мы ломаем. Так, и ставим вот так вот их.
Все. А, нет, теперь надо... А, ну да, вот. Человек идет либо на лестницу, либо сюда. Когда заходят в наш дом. Поэтому можно даже сделать две двери здесь. Вот. И вот это вот поставить еще и сюда. Вот, вот так вот намного лучше. А здесь сделать большое окно, где можно будет смотреть, как вид из подъезда. Вот вместо яблока золотого возьмем. И вот так вот поставим. Смотрите, как классно получается пока что. Сейчас надо сделать как квартиры. Или как комнаты. Где, думаю, как квартиры лучше. Ну и думаю, можно еще вот так вот сделать. И теперь вот тут вот поломать. Так, у нас здесь будет одна квартира, а здесь другая. Хотя, может, сделать это как гостиницу, я вот думаю. Или как многоквартирный дом. Непонятно даже. Но в любом случае, тогда мы сделаем вот тут дверь. Одну вот так вот. Вот. И теперь дверь надо. Так, я нечаянно сломал. Вот. Надо еще свет как-то провести сюда. Давайте сейчас заранее выберем. Так, у меня все ломается. Так, надо заранее выбрать, что мы будем ставить. Грибосвет. Давайте попробуем вот этот грибосвет. Вот так вот поставим по периметру. Думаю, вот это убрать надо. И одна комната у нас уже есть. Теперь мы вот тут ломаем. Вот тут и ставим вот так. И там тоже мы поставим грибосвет вот этот. Но эта комната будет побольше прям. Чем та. И теперь раз, два, три, четыре. Ну и нормально. Так, я опять сломал нечаянно. Ничего страшного, еще раз ставим. Да, мы вот тут вот очень это сделали. Я бы уберу, пожалуй, вот это. Можно прям даже поближе вот просто сделать, да и все. Прям вот чисто, чтобы под эту... Под лесенку было. Вот так вот прям.
Так, и вот тут вот. Ну, чтобы более красиво все выглядело. Теперь вот так заходишь, и можно сразу на лестницу. Поднимаешься вверх. Ой-ой-ой. И вот тут вот так вот сразу выходишь. Теперь заставляем все. Вот таким вот образом. Вот тут вот и вот тут вот. Делаем теперь второй этаж. Сейчас мы его отделаем весь. Думаю, этажей 5 надо сделать, как минимум. А там может быть и больше. Ой-ой-ой-ой, не туда поставил. И теперь вот так вот. Вот, вот так вот очень хорошо все. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так, у нас там сразу белый идет. А, ну да, у нас там белый сразу. И сколько там тоже так же? Ну да. Давайте тогда сразу заставляем все. Так, мы что-то переборщили, походу. А, нет, мы здесь не доставили. Сейчас все нормально. Да, мы походу один этаж не так сделали. Ну да ладно, как есть уже. Ну потому что полностью ломать дом из-за этого уже. Такое себе, наверное. Ой-ой-ой. Так, а здесь как у нас лестница пойдет? Наверное, вот так. Так. Нет. Так, так. Вот. Давайте попробуем пройтись по ней. Да, вот. И вот так вот в самый раз. Тогда давайте ломаем все, что нам не нужно. Вот этот. Так, я что-то не то, походу, сломал. Все, вот. Хорошая лестница получается. А тут у нас будет как раз-таки еще одна квартира.
Так, я что-то не то, походу, да. Вот так вот, и вот. Нет. Это все равно не то. Давайте назад ставим. Вот тут вот сделаем пока. Вот. Уже получается очень даже классно. Только где выход будет, об этом я не задумался. А выход у нас будет вот здесь. Так. Вот. Только нам придется еще тогда на один блок увеличить все. Вот на один буквально. Вот так вот. И делаем теперь вот из этого. Иначе очень низкие потолки получаются. Хотя я бы не сказал то, что они низкие. Вот так вот. Вот оно. И вот так поднимаешься. Да, придется даже еще на один увеличивать. Вот так вот, вот так, ой, вот так вот, вот так вот и вот так вот. Вот это очень высокий этаж уже будет. Тогда это будет просто этаж, а там будет такое, ну как... На первых этажах бывает же, что не живут люди, там нет квартир просто. Да, со второго начинается. Вот так вот тогда будет. Здесь вот эту ставим. Вот, вот так лучше. Так, нам надо как-то там лестницу тоже себе сделать еще одну. Я вот все думаю, как. Давайте посмотрим хотя бы, как со стороны это все выглядит дело. Ну а кстати, я бы не сказал, что очень плохо. Окна бы сделать еще. Что мы сейчас, собственно говоря, и сделаем. Вот такие вот. Окошки. И вот уже. Смотрите, у нас как будто лицо получилось. О, как. Давайте сделаем разделение между этажами. Так, у меня почему-то управление меня не слушается. Вот так вот. Как козырек будет. Знаете, ведь как на домах такие козырьки вот есть, так и этот будет. Вот. И, наверное, надо даже для красоты, для большей красоты прям.
Так, обратно. Вот так вот сделать. Вот, реально, чтобы как козырек прям был. Так, я не хотел ломать ничего. Смотрите, мне кажется, уже круто получается. Напишите в комментариях, как вам. И вот так вот. Ну вот, совсем другое дело. Теперь надо сделать еще вот тут вот так же. А, нет, нет, нет. Да, давайте сделаем просто маленький домик тогда. Не многоэтажный, потому что, ну, что-то у меня не получился он. Тогда в следующем видео мы, наверное, попробуем сделать многоэтажку. И здесь сделаем такой же тогда козырек. Вот так вот. Так, все, теперь можно, в принципе, делать вот так. И делать полноценную, красивую крышу. Думаю, многие из вас знают, как ее делать. Кто не знает, смотрите, я покажу сейчас. Теперь делаем вот так вот тут. А потом мы еще будем территорию приводить в порядок. Чтобы у нас на самой территории было все красиво. Делаем вот так. Ой, ее сломал. И так, давайте посмотрим со стороны. Классно выглядит. Вот этот вот теперь ставим блок. Ну, не блок, а ступеньки такие. Но дом у нас получается довольно-таки не маленький.
Сделаем побольше. Вот я думаю, больше маленьких комнат много сделать или мало, но больших. Напишите в комментариях, как бы вы сделали. Я бы, наверное, сделал много маленьких, чтобы там много людей поместилось бы. Вот так вот делаем сейчас все. А, мы вот здесь не доделали. И теперь вот тут вот. Ой-ой-ой, двери ставлю. Забылся немножко. Надо их подобрать. А, нет. Надо вот так вот еще сделать, походу. Да, вот. И теперь мы ставим вот так вот вверх. Красивую крышу мы сейчас сделаем. Ой-ой-ой, не туда поставил. Ну реально, посмотрите, как это выглядит. У нас крыша просто гигантская сейчас будет. Давайте тогда без ступенек мы просто сейчас сделаем. Вот так вот. Вы видели, там только что свинья заспавнилась. Вот так вот иногда Майнкрафт подгружается. Все, мы уже совсем верхушку, можно сказать, доделываем. Ну вот, как-то так. Все, теперь берем и ставим вот эти блоки, ступеньки.
Так, я что-то не совсем вижу. Правильно ли я ставлю? Да вроде да. Так, давайте сначала вот тут вот расставим. Неровно, неровно идет, неровно. Прогадал я немного. А, нет, это я, походу, в принципе, изначально немного не рассчитал. Хотя, по идее, должно быть все, ну, нормально. Вот, смотрите. Красиво же вышло. Но мы не с лицевой стороны сейчас. Вот лицевая часть. В принципе, нормально такой домик себе сделать. И давайте теперь начнем делать освещение. Тут зомби. Походу. Да-да-да, я слышу пауков уже. Но это все сверху. Давайте по периметру вот так свет сделаем. Чтобы все нормально светилось у нас. Так, чисто символически, чтобы пауков хотя бы не было. Так, а зачем вот это тогда тут надо? Давайте-то закроем на крышу у нас вид. Иначе он нам все портит. А там просто свет пусть будет. Чтобы там не заводился никто. По типу зомби, пауков и так далее. Вот. Так, там нам не надо, наверное, это делать. О, паук. Паук нам здесь, конечно, не нужен. Не надо было бы. Так, и все, доделали вот это. Через один теперь делаем. И теперь снизу свет тоже делаем. Так, паук.
Я думаю, теперь можно и обустроить внутрь нашего дома. Что мы сюда можем поставить, по идее? Давайте подумаем. Что же можно сюда поставить? Картины какие-нибудь. А, вот еще. Книжные полки. А где они? Я ж только что их видел. Да куда ж они пропали-то? Непорядок. Но это точно не здесь, а вот они. Теперь надо найти картины. Вот они. Так, где у нас лестница? У нас вот тут будет библиотека. Вот так вот будет все заставлено. Мне кажется, как-то проще можно было свет сделать, но я слишком запарился уже. Не, ну что это такое? Это вообще какой-то ужас. Ну, у меня будет домашнее животное, паук теперь. Так, паук, отойди, пожалуйста. Ладно. Значит, без паука. Сейчас-то по периметру тоже свет сделаем здесь. Теперь вот тут вот можно вот так сделать. Ну, освещение здесь, честно говоря, мне не очень нравится. Так, теперь картина. Также по периметру их ставим. Так, что дальше? Давайте теперь вот здесь вот так вот сделаем. Так, нам, походу, чуть-чуть взлететь придется. У нас просто все вот в этом освещении здесь. Теперь я бы поставил еще бы вот так полок книжных. И стол вот этот, как он называется, не зачарованный, вот этот вот. А, это костер у нас. А, ну костер тоже можно. А, это картины. Так, и где? Вот. И вот так вот костер будет. Классно, только надо было бы сделать выход на улицу. Так, а выйти как отсюда? А вот это я не продумал. А, также, да, выходить-то, как и заходишь. Ну, в принципе, нормально. Неплохой домик такой. Так, теперь нам надо сделать дорожку.
по которой можно идти. Давайте копаем тогда вот тут. И куда она будет вести, эта дорожка? Будет вести далеко. Нам надо сделать заборчик еще, что вот это наша территория. Давайте даже пруд можем сделать. Такой неглубокий маленький прудик. Можем туда посадить пшено, вот все вот такое. Чтобы у нас это все росло там дело. Тогда ломаем вот эти блоки земляные. Главное не переборщить. Такой, думаю, будет в самый раз. И теперь надо взять ведро с водой. Или где это у нас? Тут вроде. Да, вот. И вот так вот теперь льем. Ну вот такой вот маленький прудик у нас будет. Туда можно еще что-нибудь запустить такое. Рыб каких-нибудь. Только где найти это все? А создать деревянного древнего стража. Лесу, тропическую рыбу, вот. Давайте туда рыбок напускаем. Но она, наверное, в воду допрыгает. Вот. Смотрите, сколько у нас там рыб теперь. Это что сейчас было? Это рыба не допрыгнула, я так понимаю. Так, теперь нам нужен забор. Да вот такой, наверное, сделаем. Ой, овца, привет. Вот такой вот забор мы и сделаем. Из того же материала. А здесь у нас будет дверь, которая будет вести к нам домой. И теперь вот так вот ведем. Так, какие-то сорняки здесь уже у меня. Ну, смотрите, уже, кстати, неплохо мы так сделали. Так, надо дверь найти теперь. Где я ее искал, я уже и не помню. Где-то доискал. Ну вот она. Тогда высокий забор у нас будет прям. Да, повыше его сделаем, чтобы прям у нас все было хорошо закрыто. Вот так вот. Все у нас будет по красоте.
Так, я нечаянно сломал блок земли. Что-то я промазывать стал. Нечаянно. Вот такой вот высокий забор у нас будет. И теперь, думаю, здесь надо землю разровнять. Но делать это нам очень долго придется. Так, и нам еще надо сзади сделать побольше. Разрыхлить землю. Я думаю, не надо делать сильно большой участок. Потому что зачем он такой нужен? Это просто неудобно будет лично для меня. Да и плюс его очень долго делать. Так, и теперь ставим наши заборы. Ай-яй-яй. Вот. Вот так, думаю, нормально. Потом надо еще взять блок земли и засыпать здесь. А, вот здесь тоже надо подровнять. Я не хочу, чтобы была голая земля. Потом я, может быть, посажу что-нибудь туда. Растительность какую-нибудь. Там сорнячков чуть-чуть. Либо сделаю идеально гладкий газон. Вот выбираю, ребят, думаю. Напишите в комментариях, как бы сделали именно вы. То есть идеально гладкий или, ну, что-нибудь бы посадили. Тогда уже, исходя из комментариев, я, наверное, сделаю так, как считаю нужным в следующем видео. Лошадь откуда-то здесь даже. Откуда же здесь лошадь-то? Так, я что-то не то делаю, походу. Ну да, там цветок.
через него нельзя сажать. Ой, не сажать, а ставить забор. Так, а там мне докуда? А, я здесь еще не взровнял, то есть мне еще надо. Давайте-то тут вот до края дойдем. Вот так вот. И вот так вот. Ну, в принципе... Слушайте, вышло, как по мне, неплохо уже. То есть вот как у нас получается все. Думаю, за такой можно и лайк поставить. Да. Ну что ж, всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал с колокольчиком. И не забывайте писать ваши топовые комментарии. Ну а с вами был, как всегда, я, Флорентино.